Сегодня Всемирный день настольного тенниса. Для воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва имени Ирины Солдатовой праздник прошел на теннисной площадке. Беспрерывный стук мячей по столам создает атмосферу серьезного турнира. И пусть его участникам пока немного лет, от 6 до 11, это нисколько не умаляет значимости соревнований. Теннис – олимпийский вид спорта. Камиль Хакимзянов, несмотря на свой юный возраст, к занятиям относится ответственно и мечтает стать чемпионом мира. Он старается не пропустить ни одного турнира и успел завоевать даже одну золотую медаль. Я хожу сюда уже 3 года. Мы с садика ходили. Меня увидела тренер и пригласила к себе в группу. Федерация настольного тенниса в Чувашии 18 лет. Тренеры ищут способных мальчишек и девчонок по всей республике. Таланты есть, но надо иметь еще и огромное желание владеть этим видом спорта. Успех могут принести только упорные тренировки. Мы стали как бы успешно осваивать международный уровень. То есть у нас ездят пока только девочки, но я думаю, наверное, и до ребят скоро дело дойдет. Вот. Перешли, скажем так, с российского на международный. Привезли медали из Бельгии, Швеции, Италии. Ну, как бы очень хорошо. Мы обычно проводим вот такой вот турнир, который сейчас проходит. Да, у нас это наша подрастающая смена играет. То есть наши самые главные, основные надежды. Ребята сражаются самозабвенно. И пусть на кону победа в рядовом турнире, но стоит она дорогого. Так рождаются чемпионы. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика.